Ближе подойти не могу, иначе она испугается и станет. А она только-только легла. Да. Ближе подходить не буду. Все будет хорошо. Шовчик немножко расходится. Но это нормально. Врач сказал, что так может быть. Еще пока и лапка у него ранена, лапка, и он тоже не любит, чтобы к нему близко подходили. Здесь у меня напуганные лежат и прооперированные, но это ничего страшного, все у нас будет хорошо, да, малыш? Все будет хорошо.